Уважаемые телезрители, телеканал ЭТВ представляет прогноз погоды на 2 апреля. Я Олег Шагнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте, партнеры программы «Наше радио». В эфире звучит только русский рок. Улан-Удэ, настройся на 106,9 FM. Телефон рекламной службы 410-700. Весеннее обострение скидок. 20% только в автомойке «Жигули». Смойте грязь городских джунглей. Друзья автомобилисты, у меня для вас опупенная новость. В автомойке «Жигули» скидка 20% на все услуги. Звоните, приезжайте, мы вас ждем. Автомойка «Жигули» на Толстого 23. Наш город. Наше радио. Улан-Удэ, 106,9 FM. Наше радио. Одно и навсегда. По республике ночью антициклон определит погоду без осадков. Ветер восточный 4,9, местами порывы до 17 метров в секунду. По юго-западу и Прибайкалью смещение активного атмосферного фронта вызовет резкое ухудшение погоды, осадки. Дождь с переходом в мокрый снег. Усиление северо-западного ветра до 22 метров в секунду. Резкое понижение температуры. Температура воздуха по северным районам ночью минус 8-13, днем плюс 14-19. По центральным районам ночью от 0 до минус 6, днем плюс 15-20. По южным районам ночью от 0 до минус 5, днем плюс 15-20. Столица Бурятии без осадков. Ветер ночью восточный, днем с переходом на северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура минимальная ночью около 0, днем максимальная плюс 17-19. В конце дня ухудшение погоды. Атмосферное давление будет падать до 709 миллиметров ртутного столба. Шея жирафа имеет только 7 позвонков. То же самое количество, что и шея человека. Это был прогноз погоды, с вами был Олег Шагнанов. Ну что сказать, как пел Владимир Высоцкий, жираф большой, ему видней.